Всем привет! Сегодня хочу вам показать рецепт колечек, которые приготовить проще простого. Их можно приготовить и как ПП, и можно приготовить с добавлением обычной муки и сахара, как вам больше нравится. И попроще, и посложнее. Получаются они очень мягенькие, к чаю самое то. Давайте же начнем. Нам, в принципе, нужно просто смешать все ингредиенты по списку. Единственное, вы можете добавлять муку либо обычную, либо рисовую, и либо сахар, либо сахарозаменитель использовать. Можно, конечно же, мед, но тогда консистенция у вас будет не такая плотная. У меня уже готовая миндальная мука, я ничего перебивать не буду. Творог у меня 10%. Кто хочет более диетическое, конечно, используйте с минимальным процентом жирности. И желательно берите творог более сухой, чтобы масса была более стоячая. И удобно было из нее отсадить колечки, и они у вас получались все-таки немножечко ребристые. Так как муки здесь минимум, а миндальная мука не очень хорошо держит влагу, поэтому масса должна получиться у нас вот такой вот густенькой. Мы ее только перемешали, буквально даем постоять ей 1-2 минутки, еще раз перемешали. Наполняем кондитерский мешок и отсаживаем колечки. Колечки у меня довольно крупные, они такие сантиметров по 10 в диаметре, где-то вот так. Насадка у меня широкая, такая как для зефира, собственно. И отсаживаю такие колечки, и в конце уже остались у меня палочки. Отправляем их в духовку. Духовка разогрета до 170 градусов. Выпекаются они около 15 минут. Но смотрите по вашей духовке, чтобы чуть-чуть поджарился вершок. Присыпаем сахарной пудрой, либо не присыпаем, по вашему желанию. И пробуем, наслаждаемся. Это очень вкусно. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.